Виртуальное знакомство обернулось реальным ограблением. Девушка из Самары через интернет познакомилась с 36-летним жителем Сызрани. Спустя несколько дней парочка договорилась о встрече. Вместо цветов виртуальный Ромео захватил на первое свидание нож и потребовал отдать мобильный телефон. Девушка обратилась в полицию. Потерпевшая пояснила о том, что неизвестный мужчина похитил у нее iPhone 4 стоимостью 15 тысяч рублей. По горячим следам, получив заявление потерпевшей, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер 2 был установлен и задержан гражданин, совершивший в отношении вышеуказанной гражданки преступление. Мужчина работал в одной из строительных организаций Самары. Там его и задержали. По данным полиции, задержанный уже неоднократно был судим и совсем недавно вышел из тюрьмы. Мужчина признался, похищенный телефон сдал в ломбард за 3000 рублей. Угрозу ножом полностью отрицает. Я говорю просто, я говорю, дай мне его. Вот, она мне его отдала. Оружие было? Какое оружие? Никакого оружия вот им не было. Привычные ставки там и адвокат мой был. И следователь был, там все было ясно, там на лице у нее все было написано, что врет. По данным полиции, это преступление может быть не единственным у задержанного. Всех, кто, возможно, пострадал от действий этого человека, правоохранители просят обращаться по телефонам, которые вы видите на экране. Павел Баймаков, «События».